I will lead them to their destiny. Дизраптор, Трал. Будучи гладиатором, Трал узнал больше о стратегии и тактике, чем даже самые опытные орки. После побега из рабства человека и встречи с Громом, он узнал, что он был потомком клана Ледяного Волка. Он побывал в деревне его предков, где он познакомился с духовной магией орков-шаманов. Теперь он объединяет не только контроль над Громом, но и его тактические способности, чтобы включить в бой статическое электричество и даже власть над временем. Давай-давай. Ой, гемчик есть, так это же ГГ. Дайте что-нибудь на вставочку. На. Даблкил. Хорошо. Догона дать? Отлично. Отлично. Кого-то там еще жрут. Давайте ему дадим. Жесть, что происходит вообще? Рассинхрон лютый. Смотри сразу. Опа. А тут можно вот так вот сделать. Так вот сделать. Леон чисто мегакрип. Блин, со всех сторон нас атакуют и бегаем по всем сторонам. Типа ничего не можем сделать. Все фидят. Невозможно что-то, какой-то геймплей получается у нас. Придется соло убивать здесь. Всем привет, дорогие друзья! Что ж, сегодня у нас гайд на Трала, а это значит, что сегодня мы узнаем, как работает Thunderstrike, как работает Glimpse, как работает Kinetic Field и как работает Static Storm. Друзья, тянуть не буду, поэтому пожелаю всем приятного просмотра, не скипайте теорию, чтобы узнать больше. Поехали! Итак, друзья, первая способность в нашем персонаже это, конечно же, Thunderstrike, типа, да? И что ж, хоткей у нас C, прокачали мы данную способность, дальность применения этой способности у нас 800 единиц. Эта способность у нас немного массовая, но и таргетная. Таргетная, соответственно, мы не сможем накинуть в линку, но эта способность в радиусе 240 единиц будет наносить урон. Так же, как и наносит урон оппоненту, на которого мы таргетно накинули. Давайте я вам покажу всю эту тему. Смотрите, накидываем на оппонента, у него появляется такая тучка, и в течение 6 секунд скидывается на него 4 вот таких вот взрывчика, 4 удара молнии, и, конечно же, оппоненту наносится урон. Также я сказал, что эта способность у нас массовая, это я тоже показываю. Смотрите, в радиусе 240 единиц. Тоже оппоненту у нас тут наносится урон. Ну, вот нужно вот, желательно, если на вас эту штуку кидают, не руинить союзников. И, конечно же, отойти от них подальше. Плюс, также имеется у нас тут вижен, когда вот эта вот тучка висит на оппоненте, его будет видно, где бы он ни находился. В течение этих 6 секунд все будет отлично видно. Также эта способность еще бьет в инвиз. Когда вы заходите в инвиз, во-первых, тучка будет видна, но и урон вы также будете получать. Вот такие вот некоторые нюансики. Ну и что ж, давайте посмотрим по уровням прокачки, что у нас тут улучшается. На первом уровне 40 урона за один такой страйк, а их 4. На втором левеле 60 урона за один страйк, на третьем 80. И на четвертом 100 урона за один страйк. В течение 6 секунд, когда будет у нас бить вот эти 4 страйка, то они будут наносить 100 урона. Один такой страйк. Это очень много. Ну и что ж, колдаун 12, 11, 10, 9 и монокос 130. А теперь давайте посмотрим некоторые нюансики, которые у нас тут есть. Во-первых, этот Thunder Strike у нас, смотрите, он не имеет статуса, но мы можем его задиспелить диффузой. То есть все, пропадает вот этот эффект и нет никаких проблем. Также эта тема у нас бьет в инвиз, смотрите. Я кинул на своего Трала, захожу в инвиз, причем меня будет видно, и смотрите, урон также проходит. Вот такая вот у нас здесь фишка. Эта тема у нас, так как у нас таргетная она, соответственно, в линку она работать не будет, наносится на магический урон, худый пайп, и все это смягчает. Ну и в принципе все по этой способности, поехали на вторую. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Glimpse. Glimpse — своеобразная способность, которая возвращает на 4 секунды назад оппонента в случае, если он куда-то убежал с места, где он стоял. Ну, конечно же, все оппоненты у нас будут бегать от этой темы, и сейчас я вам покажу, как примерно можно избавляться от Glimpse и вообще в целом, что он делает, если кто не знает. Смотрите, Glimpse у нас в зависимости от уровня прокачки имеет определенный каст рейндж, это мы сейчас расскажем. Давайте, наверное, сначала по уровням прокачки пройдемся, а потом уже поговорю по самому Glimpse, как вообще и что работает, потому что уровень прокачки нам очень нужен.
нужен? Нам нужен каст рейндж, чтобы заюзать эту способность. Смотрите, на первом уровне каст рейндж этой способности 600, на втором 1000, на третьем 1400, на четвертом 1800 каст рейнджа. При этом КД 60, 46, 32, 18. На первом уровне 60 секунд КД, это очень жестко. Монокос 100 единиц маны. Всегда, это очень годно. Что ж, прокачали данную способность. Я ее взял в тройку, чтобы каст рейндж был чуть-чуть побольше. Давайте применим на оппонента. Оппонент убегает от нас, убегает, а мы берем и возвращаем его. И он, где оппонент был 4 секунды назад, возвращается именно в это место. При этом даже никакой Юл может не спасти, то есть если вы убегаете, допустим, вот так вот, опа, бежите, Тантрал возвращает, вы юзаете здесь Юл, вас портуют сюда обратно уже в Юле. Глимс на самом деле кайтить на самом деле немного тяжело, но есть способности, которые позволяют их закайтить. Допустим, вот у Ризрака второй спелл, если четко вы заюзаете второй во время вот этого проката, вы можете не улететь на глимпсе. Также были механики, которые вытаскивают с ультимейта. То есть Джиггернаута вытаскивает с ультимейта глимпс. То есть Джага подбегает, кого-то хочет ультануть, а вы на него успеваете нажать глимпс. Соответственно, возвращайте его 4 секунды назад, и у него ультимейт слетает. Также Primal у Панд. У панды Брюмастера, у него также он слетает. Но это видели еще, в принципе, и знают по 83-й карте. На 85-й это должно работать именно так же. Я не хочу это сейчас тестить, потому что это слишком глобально. Где-то, по-моему, в фишках я это уже показывал. Ребят, напишите в комментариях, кто помнит эту тему. В принципе, глимпс, ребятки, очень простой спелл. Вы просто возвращаете оппонента на 4 секунды назад. Тут более-то, в принципе, нечего рассказывать. В линку этот спелл не работает, урона он не наносит. Просто возвращает. И все, имеется определенное количество расстояния в зависимости от уровня прокачки. Свой КД. Все, друзья, развеять эту способность нельзя. Поехали на следующую. Следующая способность на нашем персонаже, друзья, это Kinetic Field. Данная способность у нас позволяет закрыть оппонента в определенном таком круге, куда мы направим. И, конечно же, будет определенная у нас тут длительность вот этого круга, который будет удерживать всех оппонентов внутри или не дать зайти внутрь. Как это будет работать, я вам сейчас покажу. Хоткей у нас Е, прокачали данную способность. И есть тут нюансик, друзья. Нюансик, который у нас называется подготовка данной способности. Должно пройти секунда буквально, и тогда оппоненты будут там закрыты. Радиус от этого круга 325 единиц всего, очень маленький кружочек такой. И когда вот так вот круг ставится, вы еще можете успеть выбежать, пока не стал вот этот круг синим. То есть он когда он еще беленький, еще можно успеть оттуда выйти. И некоторые персонажи еще могут успеть выбежать. То есть вот так вот, опа, еще выбежали. И, конечно же, зайти в круг и выйти оттуда мы не можем. Но Патма и Тускар, они у нас могут... В принципе, выпрыгивать, выкатываться с этих кругов. И Патма упрыгала там куда-то, хрен с ней. И, конечно же, выйти с этого круга только можно под неуязвимостью. То есть, если там рейдж или БКБ, то тогда, естественно, вы сможете легко выйти из этого круга. Ну что ж, давайте поговорим по уровням прокачки. У нас тут все просто. На первом уровне на 2,6 такой круг ставится. На втором 3,2, на третьем 3,8, на четвертом 4,4 секунды будет стоять вот этот один круг. И, конечно же, КД 13, 12, 11, 10 секунд. Монокос 70 ман. Этот круг, конечно, сделан в комбинации к ультимейту, об ультимейте мы поговорим чуть позже. Да и, в принципе, все по кругу, что просто закрывает оппонентов, не дает зайти, не дает выйти. А, ну еще и форстафится из этого круга, вот, блин, он то форстафит, то нет, я не понимаю, я вот сейчас сидел, тестил. Нельзя форстафиться из этого круга, вот просто что бы вы ни делали, то есть, допустим, вот Тускар стоит... Не, видите, сейчас не форстафнуло почему-то, я не понимаю. Короче, форстафиться в 90% случаев нельзя, будем говорить так, потому что я сидел, тестил, и форстафилось у меня через раз. То сначала на кругу лоу-левела он форстафился, а потом не стал форстафиться. Вот это я не понимаю. Давайте еще раз попробуем. Вот, допустим, Тускар стоит, мы его форцаем, он упирается в эту тему. Даже попробую в упор, чтобы не было вопросов, пацанов. Давайте в упор даже, в упор, вот так вот он стоит.
Тускар у нас в стенку. Даже давайте, окей, разницы нету, что выйти, что зайти. Он, видели, его вытолкнул еще раз, давайте. Просто хочется уже до конца это добить, чтобы не было вопроса, что форстафиться можно из, так сказать, круга трала. Вот, вот в упор я встал, смотрите, вот он вздраконился и не вышел. А тогда вышел, ведь сами видели, друзья. Так что вот такая вот тема. Ну, хоткей у нас Е, об этом я уже говорил. В принципе, все. Поехали на ультимейт. Вот сейчас очень интересно будет. Что ж, братцы, теперь самая сложная способность на нашем персонаже. Если Глимпс — это способность, которая возвращает 4 секунды назад, то ультимейт на нашем персонаже — это намного сложнее в механике игры тема, которая... Ну, в принципе, в теории все просто. Silence damage, все, до свидания. Но тут есть много нюансов. Я постараюсь вам вкратце объяснить, как работает этот ультимейт по нюансам. Ну и, конечно же, по теории, по самому применению этот ультимейт очень прост. АОЕшка, поставили, засайленсили, нанесли урон. Все, больше ничего не происходит. Но давайте прокачаем. Хоткей у нас R, прокачали данную способность. По уровням прокачки... Тут написано только максимальное значение ДПС, то есть у нас ультимейт ставится в области на 5 секунд с аганимом, тут у нас есть аганим с аганимом чуть побольше, и конечно же все оппоненты, которые будут находиться в радиусе шторма, 450 единиц радиус шторма, все будут под сайленсом и будут получать урон, но тут написан максимальный урон. Но у нас на ультимейте урон возрастает, то есть возрастает до максимального значения. То есть те, кто у нас с самого начала будут в ультимейте, они по чуть-чуть будут урон получать. И потом до максимального значения количество урона у нас возрастет. И в конце уже будут по 200 ДПС. Ну как по 200? Максимально 200. То есть есть у меня табличка, вот эта вот табличка. Посмотрите по ней. 2, 5, 7, 10, 12, 15 и так далее. Вот это урон именно посекундный, по пульсациям. На нашем персонаже есть в ультимейте пульсации, то есть каждый, у нас 20 пульсаций, и каждая пульсация наносит определенное количество урона, которое у нас возрастает с уровнями прокачки. Надеюсь, вы поймете эту тему. Запомните просто, что есть 20 пульсаций на этом ультимейте, каждая пульсация будет наносить определенное количество урона, зафиксированное именно за этим пульсом. Все очень просто. Ну и что ж, давайте посмотрим, как работает у нас ультимейт. Хоткей у нас R. Дальность применения у нас ультимейта 800 единиц и 450 у нас радиус шторма. Вот так вот ставится у нас ультимейт. Смотрите, дэмэдж как наносится. По чуть тык-тык-тык, больше. Именно об этом я вам и говорил, что дэмэдж возрастает по чуть. И, конечно же, урона наноситься начинает немного побольше. И, как вы видели, у оппонентов еще был сайленс. То есть, смотрите, если у нас... оппоненты находятся под этим штормом, на них накидывается Silence. И они ничего не могут юзать. Как только оппонент выходит с этого круга шторма, то Silence развеивается. Вот такое вот у нас применение. Длительность этого ультимейта у нас 5 секунд. Я об этом уже говорил. В течение 5 секунд наносится вот это количество урона. По уровням прокачки давайте разберем. На первом уровне максимально 200 ДПС, на втором 250 и на третьем 300 урона ДПС. У нас это уже по ластовому значению, по последним пульсациям, это максимальное значение 300 урона. И КД у нас такое 90, 80 и 70. Монако 125, 175 и 225 единиц маны. Это у нас магический урон, соответственно в БКБ эта способность работать не будет. Друзья, также у нас тут аганим, о аганиме сейчас уже будем разговаривать. Поехали. Итак, друзья, приобрели мы аганим, и, конечно же, визуальных эффектов никаких нету, но ультимейт на нашем персонаже становится очень грозным. Во-первых, у нас увеличится длительность этого ультимейта. Она становится у нас 7 секунд, то есть в течение 7 секунд будет наноситься у нас урон всем, кто находится в этом шторме, в радиусе 450 единиц. Также у нас с аганимом увеличится количество пульсаций. Как вы уже видели, по другой табличке пульсаций становится 28, и максимальное количество урона в секунду у нас также немножко возросло, оно стало 280, 350 и 420. К сожалению, вот здесь на табло это не показано, но я вам показываю, друзья. Поэтому и говорю, теорию никогда не скипайте. Ну и, конечно же, по другой табличке вы также видели, в пульсациях урон тоже у нас поменялся. Вот эта табличка, вот она опять по пульсациям. Обязательно посмотрите и поймете. Ну и что же самое интересное при покупке аганима? Это, конечно же, блокировка у нас инвентаря. Блокировка инвентаря, вы не можете под штормом вот этим юзать уже
Никакой инвентарь, вот вообще ничего вы не можете, БКБ ничего не можете вы нажимать абсолютно. То есть пока вы не, либо не выйдете со шторма, пока либо шторм не закончится, вы не сможете заюзать инвентарь. Это основная тема. Если на первом уровне ультимейта, ну и в принципе на последующих уровнях, вы просто накидывали Silence, то с покупкой Аганима вы блокируете все артефакты. Вот такая вот у нас тема с нашим ультимейтом Трала, друзья. Что ж, в совокупности этот ультимейт наносит очень большое количество урона. Ну, на ласт левеле можно нанести с Аганимом до 1500 урона. Вы это видели, опять-таки, по табличкам, которые вот здесь вот светились. И еще раз приложу эту табличку. Именно, смотрите, это табличка пульсаций. И на ласт уровне, конечно же, посмотрите по 105, там уже единицы. Это просто, ну, реально очень много. Ну и в совокупности, вот табличка, совокупность внизу. Посмотрите, там написано 1009, 1257 и 1512. Это совокупность всего дэмэджа уже с Аганимом. А без Аганима, как вы видели, 520, 648 и 780. Разница очень большая. Ну и что ж, надеюсь, этот ультимейт вам более чем понятен. Все очень простенько в применении. Виндранка убегает, мы ее возвращаем, ставится филд, конечно же, поле кинетическое, и закрывается. И вот так вот оппоненты у нас, бедненькие, страдают в этом шторме. Все очень просто, друзья. Ну и что ж, так как этот персонаж у нас очень хороший саппорт, конечно же, сегодня мы 100% посаппортим, пойдем через центральную, ну и, конечно же, керри-катку отдельно я вам запишу, друзья, не забывайте чекать, что выходит дополнение к гайдам, и керри-катка у нас будет Трал в керри, это будет тоже очень, друзья, весело. В общем, братцы, спасибо всем, кто смотрит мои гайды, спасибо, кто комментирует, спасибо, кто подписывается, ставит лайк, вам, конечно же, отдельный респект, ну а для вас сейчас хороший геймплей я для вас организую, друзья. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали смотреть геймплей. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас катка. Берем Трала и идем в четверку. Это первая игра будет у нас в четверке. К сожалению, одну игру на четверке я уже проиграл. Отсаппортил низ линию, вылезал центральную. Но, к сожалению, все равно проиграл, потому что в игре, ну, не с кем просто играть. Это проблема четверок, и проблема этого героя конкретно будет, если в команде у вас дурачки, к сожалению, вы никогда не выиграете. Никак, потому что это ГГ. Так, берем вот так вот две веточки, берем вот такую вот тему, вот эту тему берем. Все, поехали, вот это закупили. Тангусики мы не сможем уже купить, потому что тангусы, на тангусы у нас денежек, к сожалению, не хватит. Взяли мы курочку нашим союзничкам. Взяли вардик. Посмотрим, что у нас будет. Тракса идет на мид с сапогом. Очень хорошо. Это наш керри, это наш кор. Посмотрим, что у нас тут получится. Скорее всего, очередной луз из-за союзников, которые ничего не могут сделать. Давайте посмотрим, как у нас будет происходить тут все. Ну и поглядим. Что по контрпикам? Ну, в общем, Трал это такой герой, который сам является очень жестким контрпиком. Вообще кого-либо. Сларков там всяких. Всяких там фениксов будет. Тиников, Зевсов и прочей всякой фигни. Мы просто сможем закрывать сайленсом и все. И оппоненты ничего не смогут делать. Они будут в сайленсе. А по раскачкам будем смотреть чуть позже. Я вам по раскачкам чуть порасскажу позже. Так. Что наша задача сейчас сделать? Качаем третий для того, чтобы драка была на руне. Мы сейчас по-любому будем драться на руне за голду. И посмотрим, что у нас будет происходить. Но мы идем топ. Я привык всегда хейл ходить. Поэтому давайте передислоцируемся немного. Вот сюда. Пара иди низ. Я топ пойду. Хорошо, вот так вот делаем. Будем Дузи подсаппорчивать. Оставим ей фарм на линии. Если, ну там не тяжелый по идее будет, ну возможно будет вот этот парень или Зевс с Тайдом будет тяжеловато Медузе, ну нужно будет что-то по-другому как-то возможно. Ну я для руны беру третий, можно качнуть первый для отзона, тупо для того, чтобы на лайн выйти, дать один вот такой страйк и конечно же пацаны типа должны разбежаться, там все в ужасе. Так что пока так как-то. Хускара взяли, еще оставляем. Монетку Медузе. Монетку Медузе оставляем. Давайте вот этому чувачку поставим вард в меду. Ну, надеюсь, хоть что-то он будет видеть, потому что у него сапог. Боюсь, что он ничего видеть не будет, даже если будет у него стоять вард. Но посмотрим. Надеюсь, все будет хорошо. Идем на линию к нам. Идем к нам на линию. К Медузе.
Посмотрим, кто будет на лайне у нас. Заблочил я Кэм. Так, ну Тайдуха. Тайдуха это хорошо. Хорошо добили Крипа. Медуза тоже добила Крипа, как вы видите. Это мой керри. Давайте здесь дабл стак сделаем. И после дабл стака сделаем дабл отвод. И посмотрим, что у нас будет с этим происходить. Давайте дабл стак. Стакаем на 53-й. 52-й. Бывает пораньше можно сделать, бывает попозже. Разницы нету на самом деле. Крипы далеко уводятся. Не забывайте, что в гайде на алхимика я показывал, как правильно отводить и куда. И что там по крипам? Один крип, ну пусть тавр пострадает, мы отведем. Заберем экспириенс у оппонентов. Ничего страшного. Тавр это расходник. Тавр это расходник. Нам главное экспу здесь выудить сейчас и забрать экспу у оппонентов. Это будет очень хорошо. Можно даже тут не добивать. Ну, конечно, желательно стараться добивать всю эту тему. Хоть кого-нибудь. Кого-нибудь добить. Все, пойдет. Пойдет. Ну, медузе мы заруинили очень большое количество крипов на самом деле. За медузе заруинили крипов. Оп. Пришли ребята на экспу. Ох, сразу агрессию такую мне. Включают тут. Сразу агрессию такую. Опа, вовремя. Левел получили, вовремя мы. Вовремя левел получили. Ну, пробежимся давайте. Закроем, по идее. Да, закрываем. Дистанция очень хорошая. Оп, хорошо. И его заколотили, да? Отлично. Хорошо. Хорошо. Берем сапожок. Можно сразу стик, ТП-шечку. Отлично будет. Линию очень сильно я запушил этим отводом. Но Зевс сейчас знает, что сделать надо. Сейчас мы Зевса поджучим немного. Отберем у него экспу эту. А мы даже, кстати, его убить можем. На самом деле. У него ни сапога, ничего нет. Можно будет его подзажать. И поддушить. Давайте вот так вот сделаем. Убиваем пацана. Ага, Тайдуха идет помогать. Молодец. Хорошо. Че там у СФа? Нормально все с Траксой, да? Можно будет гангнуть сейчас, на самом деле. Можно будет гангнуть. Если Тракса у нас активная. Тракса, если активная, можно будет поддушить. Гоу, будем убивать? Или нет? Тракса, ау, как дела, брат? Давай подеремся. Надо упросить мидера подраться. Тракса, братан, ну ты видишь или нет? Еле-еле, ребят, я упросил его на атаку. В этом проблема лоу ПТСов, пацаны. Но саппортить на лоу ПТСов это, конечно же, ну, такая тема. Сомнительная, но тем не менее, имеет место быть. Тракса прикольная, мне нравится. Забираем руну, давайте на ТП уйдем, если что, прибежим пешочком. Апнем стик сейчас. Давайте ВЦ, вот так вот ТПшечку и вардик пойдем поставим. Хорошо, у нас еще, кстати, бара есть. Бара почему-то не бегает, очень странно. Все, побежали. Можно опять сейчас выйти на мид, но боюсь, с Траксой очень тяжело на мид будет выходить. Парень вообще такой себе. АФКшный. Он, походу, либо там о чем-то своем мечтает, либо не знаю. Погнали на низ еще сходить можно же. На топе у Медузы все хорошо, у нее там прифарм. Экспы нету у пацанов там по второму левелу, у нее уже шестой. Ну, по третьему у них. Пойдет. Погнали, погнали на низ. Надеюсь, тут на какого-нибудь тини я не нарвусь. На тини на какого-нибудь я не нарвусь. Ага, хорошо. И вот этого пацана тоже можно, кстати. Сейчас только вижен дать на него. Вижен только дать на него. Yes. For honor. Вон он стоит.
Ща побежим убивать. Под тэшку прям. Let's go, пацаны. Вот этого пацана. А, он сам отменил. Хорошо. Берем глимс. Двоечку. Погнали на центральную. На центральную. Хотя можно на топ сделать ТП. Там медуза просела немножко. Но лучше СФа. Го. УСФ. Какой? Шестой левел есть? Ну почти вот сейчас будет тоже. С шестым левелом прям на изи. Прокса. Будешь убивать? Хорошо. Спасибо за подписку. Ну это офлайн подписки, ну ничего. Нормально, вот СФа загангали. Идем на топ. ДЭшечка, да, погнали на топ сходим. Вардик тут поставим сейчас. Вот такой вот. И гоу подеремся. Подеремся сейчас. Почти у нас есть аркана. Тайдуха. Ух. А как он вышел, интересно? Наверх пошел. Давайте это на аркану. Опа. Стангазе нажал. С руки душить. Ну, я, получается, в роли керри тут, что ли. Опача. Опача. Лол, ну вот не было кнопок, прикиньте. Но я догоню его. На руну он пойдет. Это он наверх пошел. А, нет. И сюда. Забавная тема. Но дэмэджа нет на него пока что. Оп, хорошо. Хорошо. Так, ну раз на нас возложили такую ответственность бегать с таким КДА на этой минуте, значит мы должны максимально отсопорчить. Берем глиммер себе. Ну как глиммер? Возьмем себе, докупим чуть позже. Самое прикольное, что там Зевс так вышел. Четко. Ой, на меду сколько экспы, ребят, нельзя такое оставлять. Такое нельзя оставлять. Если видите такую тему, выйдите на линию. Подфармите эту экспу. Вам же лучше будет. Тем более тавр поддефить надо. И никогда не обращайте внимания, если вам будут говорить: Трал, ты там АФК на меду фармишь. Я не фармлю, я вот экспу соберу, сейчас и уйду. Все. Феникс пришел. Экспу собираем, уходим. Глимс я раскачал, ребят. У меня глимс в четверку. Монетка. Иллюзия. И забираем монетку и уходим. Низ, ребятки, сломали. Это хорошо. Отсопорчивается. Так, есть. Все, на базу идем. Какие наши дальнейшие действия, друзья, спросите вы. Дальнейшие действия, это, конечно же, реализация ультимейта. Уже будем через глимс кого-то возвращать, ставить ультимейт. И постараться... Ну, вообще, желательно, вот тут нужно было медузе оставить враг, потому что, ну, она как бы керри. Но она и так, в принципе, на фрифарме. Но в любом случае нужно было оставлять. Там фрифраг, который в принципе всегда оставляется. Фрифраг. Погнали. Зевсу поможем умереть. Феникс. Феникса можем, кстати. Закрыть, перекрыть, открыть. Что настоящий, что не настоящий. Вот это настоящий. Нет, это не настоящий. Настоящего там нет. Настоящего там нет. Сейчас мы вард поставим. Хотя можно, знаете, что делать? Так, Зевс, Зевс. Это 3, 4. Вот так вот сделаем. Поставили. Хорош. Но этого пацана мы вряд ли заберем. А, не, заберется он. Умрет, умрет. Хорошо. Возьмем теперь закрывашку. Еще раз 3-2 секунды. Давайте поставим здесь вард. Так как мы здесь хорошо прессингуем, вот сюда вард можно поставить. Вот здесь вард вот такой хорошенький поставили. Фармим, ребят, глиммер. И после глиммера будем выходить в еще какие-то саппорт-артефакты. Посмотрим, там будем уже смотреть. Бары есть, урна. Инвизабилити. Хорошо. И первый надо качать нам в разочек. А где Тракса? Постоянно я ее что-то не вижу. Вот она, да? Хорошо. Так, Зевс там. Ну, если топ прессингуем, давайте и будем прессинговать.
Ускару возвращаем, пацана. А чё, это ульт, братец? Молодец. Все, все. Это смерц. Причем и Хускару тоже. Лол. Получается, я Хускара засуицидил, да? Забавно. Забавно. Так, ну у нас почти есть статика, да? Ну вы заметили? Игра в четверке, она такая, постоянно... Ой, я умер, я сейчас примерно где-то здесь ближе подхожу, просто иду к тени в упор. Все, подошел к тени в упор, стою с ним, дерусь, он дал мне проказ. Нет, не дал. Хорошо. Лаги, как обычно. Лаги, как обычно, приветствуются. А что там на топе? Ладно, гоу помогать. Смогу ли я помочь там? Не смог. Вот так вот зато смогу. Так, этот есть. Опа. Убьем вот этого, давай, брат. Ой, молодцы. Хорошо. Глимпс КД. Жалко, можно было еще взять. Ну, вернуть того парня. Так, ребят. Дуза у нас убивают, надо от нее не отходить. Берем вот так вот. И качаем первый. Почему первый? Для того, чтобы был хоть какой-то урон с первого спелла. Потому что на первом уровне он просто дает вижен, на втором уже хотя бы какой-то дает урон. Чуть получше становится. Он прокса душит. Сколько промахов. Ля, вы видели? Промахов 5 подряд. Да у меня бы жопа сгорела. Что это было? Давайте вот сюда вард поставим. Агрессивный. Кажется, у меня видеокарта хочет сказать ГГ, ребят. Хочет сказать ГГ. Так вот. Кто там у нас шел? Он еще СФ. Можно СФ убить. Идем на низ, с бара СФ будем убивать. Ну, мы, в принципе, доминируем над картой. Вардик надо будет на руне поставить. Баре еще надо будет дать. Маны. Пара, братец, а маны тебе дам. Давай, давай, догонять СФа. О, душим. Ну, ультимейт тут нет смысла ставить. Оставляем ребятам, уже пусть докушивают. Пусть докушивают. Лук на рож, говорит. Посмотри на Рошана. Трал вообще хороший командный герой. Очень хороший командный герой. Вот сейчас я вижу, что команда суетится. И мы тоже суетимся. Давайте поставим вардик у нас на руне где-нибудь. Вард на агрессии я здесь поставил. Тавр ломается. Это хорошо. Вижен имеется. Поставим дефолтный вард. Давайте возьмем руну вот эту вот. Непонятную. Можно стакать еще, не забывать, ребят. Да что такое? У меня просто Warcraft свернулся. Все идет нормально, хорошо. Аккуратненько. Подстакивать еще можно. Можно было оставить там на эншентах. Подстакивать. Кто там? Тини вышел. Как-то очень нагло он вышел. Очень нагло. Ну, за это он будет платить. На трале можно сделать грифсы еще. Очень дорогая покупка будет, но... Тем не менее. Медуза фармит, все фармят. Какой-то нет у них какого-то камбэка. Сефа загангали. Зевс там заганганы. Все заганганы. Тяжело ребятам. Гоу, я помогу. Зевса сейчас тоже убьем. Есть глимс, я глимсом достану. Если что. Давай, давай. Хорошо. Запинали. Отлично. Подфармим немножко. Ничего страшного. Первый берем. Можно попробовать сделать аганим на трале. Но на саппорте вряд ли вам дадут быстро сделать аганим. Поэтому нужно брать какие-то независимые артефакты. Типа, как знаете, вот глиммер... Форстав, такое, что легко собрать, в принципе, и оно собирается очень быстро. Берем вардик. Бара по КД бегает, стараюсь за бары успевать, но не успеваю. Давайте агрессивный вард поставим. И я бы сделал вообще дискорд, но дискорд я хотел через центральную делать. Дискорд очень хорошая вещь. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте глиммер дадим пацану. У него лотар.
Ну его с ульты разобрали там. Так, ну, кидануло Тракса у нас. Я ей даже не смог ничем помочь, ни глиммером, вообще ничем. Не смог я помочь там. Давайте поставим вардик один. Давайте ТП сделаем. Умерла, да, она уже ничего не сделает. Плохо. Далеко, ребята, не загуливайте. Так, полза. Очень далеко она загуляла под Т2. Я там, ну я далеко, я не могу помочь. Давайте вот так сделаем. Крипчики подфармятся сами. Придется за медузу вот это зафармить. Одного крипчика за медузку, второго за траксу, а третьего за то, чтобы вард поставить. Это типа, ну, лозунг саппорта. Можно дагер сделать. С дагером я буду более активным. Тупо купить дагер для саппортства. Да, это будет... Это жестко, дагер для саппортства. Это жестко, безусловно. Я, наверное, сейчас это и сделаю. И буду стараться с барой успевать, потому что оппоненты на самом деле сейчас не особо что-то делают, но это временно. Я считаю, что это временно, потому что, видите, они по чуть-чуть начинают камбуцкать. Я, получается, топ сейчас пропушу, как кор. Пропушу топ. И отойду. Ластхитить одно удовольствие на трале. Прям по кайфу. Да, и два крипа сразу же не добиваю, которых нужно было добить. Классика. Лучше бы молчал, да? Давайте здесь вард поставим. Активный. Видеть оппонентов. Ага, хорошо, видим. Видим, они всей толпой собрались и собираются делать какие-то страшные вещи. СФ, Яша, Юл. Очень хороший артефакт. Яша, Юл. Все, парни, вард нашли. Сразу же сняли. Давайте возьмем дагер. Дагер. Отлично. Или не будем брать. Взять дискорд можно вообще сейчас. Сколько там до дискорда? 2200. Так он уже есть. Давайте дискорд возьмем. Хрен с ним, с этим дагером. Дискорд возьмем. Отойди. Ладно, пойдет. Дискорд возьмем. Ребята на низу постоянно так дерутся. Ля, Криса на СФ. Хорош. Тракса минус АЕК. Пойдет. Так, где мой глиммер? Ой, глиммер. Дискорд. Дискорд нужная вещь. Дискордик, ребят, ну на базе. И два вардика срочно. Можно еще смока сейчас взять на разогрев, чтобы с командой сгреться куда-нибудь. Гумит. Гумит. Закрывашку берем. Я раскачиваю по чуть. Сейчас покажу, как я раскачал. Потому что я чувствую, что нужен урон и нужно уже закрывашку хорошую нам иметь. Вот такой у нас получается раскачка. Раскачка такая на 12 левеле. Ну, я всегда, если честно, не по дефолту качаюсь там. Допустим, если вот до 7 левела я вкачиваю глимс 4, чтобы была возможность максимально хорошо вернуть, то после 7 левела я уже раскачиваю по нужде. Если нам нужны дэмэджи, то, соответственно, первый буду раскачивать. Если нужно закрывать, дэмэдж есть, то, соответственно, будет у нас качаться третий. Закрывашка будет хорошая вещь. Так, но мы его все равно забираем. Все равно закрываем, пацана. Это верно. Вот так вот, Барри. Сейвим лицо. Отходим. Хорошо получилось у нас тут все. Оп. Нет, не закрыл. Но надо уходить. Надо уходить. ХП нету не совсем. Стрик тоже не хочется отдавать. Можно вообще попробовать сделать себе еще грифс сейчас, ребят. Грифс. Опасно тут стоять. Давайте просто так заделаем. Пусть Тандер у нас хреначит. Хоста, жалко, монетку не забрал. Надо руны завардить срочно. Кстати, вот здесь вот такой вот вард поставим, чтобы видно было еще и фермеров. И нужно какой-то вот такой вард поставить для того, чтобы... Тини дагер, да. Я так и знал, что у него дагер уже будет скоро.
Кини можно убить, кстати, вот тут сейчас. Кини можно убить. Нет, нельзя. У нас все ребята по лесу врываются. Все ребята лесничками стали. Тайдуха и СФ, да? Тайдуха и СФ. Можно СФ, а тут подловить, конечно. Но он Юл нажмет. Вот так вот сделаем. Хорош. Подловил на вард. Ай-яй-яй-яй. Нет, ну никак. Никак. Ребятки, никак, к сожалению. Нам не подцепить. Закрывашку, наверное, нет смысла сейчас брать. Уже первый докачиваем. Потому что этого хватает. СФ разваливается. Вот так вот сделаем. Смокейчи. Аккуратненько. Но статики нету. Я на мидера потратил. Давайте в наглую пойдем. Что делать? Вот сюда. Наглую. Он под тэшками. Опа, тиник. Тинику. Дал. Вижен на тиника. Аккуратно. Аккуратно, Барри под сейф даем. Уф, я, получается, мамкин стилер, да? Курочку забрали, я не уследил. Курочку забрали, я не уследил. Нормально, под тэшку зашли мы. Задушили. Аккуратненько. С командой. Давайте попробуем, если денежка есть, можно сделать даже грифс. Очень дорогой артефакт саппорский. Дорогой саппорт артефакт. И я бы... Я Б. Го Б. Б, парни. Не зайдем. Фармите. ТПшки нету, жалко у меня. Я бы сейчас улетел подсейвливать. Руна. Сейчас там Феникс риснется, он им чапалаху даст. Надо уходить оттуда. Хорошо. Молния работает. Так, у нас 3000. Ну, я думаю, грифс можно сделать, ребят. Давайте сделаем грифс для команды. Грифс — это очень хороший артефакт. Баклер, вот эту тему. Вот так вот. Все, имеется у нас мека. Грифс доколотить будет очень хорошо. Мека для команды. И грифс для команды. Вардиков нету. У нас тут видеонаблюдение ведется в магазин. Известно, такие варды бы руки подбивал. Но вот этот вард хороший, тот вард уже не сильно актуален. Не сильно актуален. Но я хочу добить свой грифс. Две ТПшки носим. Не забывайте ТПшки носить. Я забываю постоянно ТПшку носить. Как-то перестал покупать их. Слотов нету, смока, все в пятером запулилось. Там полные слоты. Потом уже освобождается смоки, все. ТПшку уже ложить некуда. Так, 1200 у нас есть, да? Хорошо. Оп, подфармилось. Ну, дальше идем по низу. Чуть-чуть остается. 1600 там, копейки. Под Траксой вообще кайф восхитить. У нее прям дэмэдж. Хорошо для союзников дальнего боя. Чуть-чуть остается. Оп, 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 хорошо. 1500 и копеечка. Вот тут сейчас копеечку достанем. Вот такую вот. Самое кайфовое, что после того, когда молния заканчивается, то есть цель умирает у молнии, она все равно в то же место бьет. Это классно. Классно тем, что позволяет чуть-чуть больше выфармить. То есть, допустим, если я сейчас вот этого крипа убью, а он, там еще один взрыв сейчас будет, а он туда же этот взрывчик ударит. Так, есть грифс. Хорошо. Грифсы есть. Давайте возьмем варды еще. Одного здесь оставим, трала. Вот так вот делаем. Гоу! Стакнем Тракси на будущее. И аганим, наверное, начнем делать. Аганим начнем делать. Ребята там дерутся, как обычно, за крипов. Хорошо. Так, есть у нас грифсы. Очень хороший артефакт собрали только что. Давайте пойдем на топ аккуратно к пацанам. Иллюзию оставили. Можно было тандер кинуть, чтобы мид подпушивался.
Но что-то мы про АФК шли. От Рошана. Там очень сильный пик на самом деле. Очень сильный. Очень сильный пик у них там. Кто там фармит, да, Дуска? Фармит Дуска у нас там. Так, у нас есть один вардик, куда бы его засунуть? Только не говорите, что в попу. Типа как вот это все дело. I am the war chief. Так, war chief. Еще вард берет. Кто-то у нас. Первый вардик, который помогли, ребятки, купить. Я, в принципе, и так покупаю. Я не нуждаюсь в денежках. У меня имеются средства. Эти низ чуть подпушим. Низ чуть-чуть подпушим. Оп. Но пока ходим АФК на самом деле. Ждем команду свою. Я готов драться. Но нужно, блин, желательно с Рошаном драться. Тайдов кидает. Он тайд через ПТшку. Злостный нарушитель. Спокойствие. Сия. Доминатор лучше купил за вместо Сии. Так, наша задача на данной стадии игры — это забрать Рошу. Рош. И зайти на хайграунд уже. Забрать Рошу и зайти на ХГ. Вард я ставить на Рошане, наверное, не буду. Он как раз ДДшка. Тракса. Как раз Тракса. Забирать будет. Такая медленная Тракса. У нас это забавно выглядит. 400 урона сейчас будет дамажить пацан. Пусть подтанчивает, потому что у него отхил лютый. Никогда не сольются хп у него. Хорошо, 16 левел сейчас апнем как раз. 16 левел. И пойдем по низу. Какой низ? По низу. Тайд. Тайда, кстати, зацепить можно. Ой, отлично, он его зацепит. Он его зацепит, я его глимсану. Обратно еще. Подальше. Эх, я не достаю, прикинь. Жалко, но он отдал ревейдж, чтобы его не забрали. Что лучше было, умереть ему, посидеть в таверне 40 секунд и заюзать ревейдж вместе с командой? Или вот так вот юзануть и уйти? Мне кажется, лучше было бы умереть и не сливать. Хотя, кто знает, если там есть байбек, тогда это выгоднее было бы. Давайте здесь аккуратно воткнем на атаку. Смотри сразу. Опа. А тут можно вот так вот сделать. Так вот сделать. Оп, СФа верну. Хорош. Я хорошо сделал сейчас. О, будем бить вот этого яичного. Хорошо. Ой-ой-ой. Еще Тини прыгнул. Прыгнул. Хорошо я сделал. Я, получается, забайтил на вард. Очень хорошо. Смотри, СФ какой жесткий. Закрываем. Даем дискорд. Нет обороны под сейф. Нормально. Минус низ. Хорошо. Ну вот такая у нас саппорт катка получается. В принципе, отсаппортили. Ребята у нас вроде как довольны. Ну не знаю, могло быть и лучше, ребят. Можно и лучше отсаппортить. Намного лучше. Но закрыл я сейчас по-царски просто. Сейчас грифс будет еще. Гоу минус мид сделаем. Аганим, наверное, уже в этой катке не нужен будет. Ну хотя аганим всегда на трале полезен. Всегда полезен. Билд у нас хороший получился. Очень хороший. Снесем и бэк надо, наверное. 3800. Еще золото у нас появляется. Ля, вот за вот это бан, кстати, можно получить. За это можно получить бан. Эх, жалко. GG. Ну, такая катка, ребят. Первая на саппорте у нас вышла. Ну да, конечно, нам получше еще одну, еще несколько каток таких отыграть, чтобы вы поняли, как на четверке получше отыграть. И, в принципе, что нам еще нужно было, можно было тут докупить. Если бы игра посильнее затянулась, я бы взял, скорее всего, Аганим и Хекс. И все. И на этом билд закончился бы. Давайте пойдем некстовую катку и посмотрим, что там в четверке у нас будет. И потом, конечно, сыграем через мид. Поехали.
Так, друзья, загрузилась у нас некстовая каточка. Сейчас пойдем дальше бахать на трале. Четверки, конечно. Закидываемся конфеткой от горла. И поехали. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно пикнуть трала. Это первое, что мы делаем. Хорошо, трал есть. Дарья. Далее мы берем курочку. Берем вардик. Берем ВЦ. И два вот таких бомжатских веточки. Хорошо, у нас все есть. Далее, что нам нужно сделать? Конечно же, нам нужно хорошо отсаппортить своему керри. Если он у нас есть. А если керри с мозгами, так вообще круто, пацаны. Это у нас вторая каточка. Ля, у нас керри нет. Ну вот что вы напикали? Ну, у нас керри нет. Что вы напикали? Ну вот что это такое? Какой-нибудь Сларк, Найкс там, я не знаю. Пацаны вообще просто не парятся. Так, а мне на топ надо идти. Между прочим. Еще Пуджа взяли. Тралу очень тяжело будет в лейт-гейме, если у вас очень слабенькая команда. Если вы начало отлично выиграли, дальше Кор или Керри не подцепливают эту тему, уходят просто фармить, вы проигрываете игру, ребят. Запомните эту тему. Так, у нас там, в принципе, ну, по пику все понятно. Вард на мид дайте, я поставлю. Я поставлю. Хорошо. О, спектра, хорошо. Спека. Иди топ. Хорошо, спектру постараемся вылезать немножко. Стараемся спектру вылезать. Правда, там тяжело будет помогать ей. Ну, посмотрим, как будет исходить все. Пока ничего не качаем, я не знаю, что на руне будет у нас. Ждем. Зевс центральную будет. Наверное, надо будет ТП-шку носить. Знаете почему? Потому что там бара. Сейчас скинем вард. После старта крипов. Скинем вард. Отходим. Бара побежит. Так, это есть. 5 секунд. Ару улетит, но эту ару я ловить не буду. Все, найс. Ребятки на низу дерутся. Бара побежал, вардик сейчас поставлю. Здесь вардик, и мы уходим. Все, вард поставили. Фурион на миду. Фурион на миду. Все, на топе, ребятки, стоим. Отдаем экспириенс сначала. Вот, блин, ну не знаю, спектры что-то сомнительный, затар какой-то. Дадим спектре всю экспу. Как можно. Давайте отзоним немножко ее под мою эту. Пошла отсюда. Вот так просто. Говори мне, пошла отсюда. Она все, она уходит. Сейчас тут дабл стак. Дабл стак и дабл отвод сделаем. Чтобы у подмы не было. Никакого фарма. Оп, хорошо. На 54 этого нормально. Это нормально. И некстом берем экспу. Надеюсь, спектра додумается в боковом купить щиток. Чтобы все было годно. Так, и мы отводим. Отводим этот кэмп на экспу. На экспу отводим. Еще подфармить будет вообще классно на сапожок. Хорошо. Так, сильно не хапаем. Так, отстань от меня, гарпия. Какая приставучая. Лук на рож, говорит. Оп. Оп. Не добил, ну и ладно. Хорошо. Даже потма пришла на кемпик. Даже крипа забрать захотела. Давай, давай, давай. Гарпи. Эх, не заагрился. Крип. Ну еще отвелось, да? Отлично. Еще раз заотведем. Вот эти крипы, соло-крипы, вот эти, они уничтожают пачку крипов на изи вообще. Пойдет на экспу. Не добил, ну и хрен с ним. На экспу даем. Давай.
Хреново. Очень хреново. Очень хреново. Ну да ладно. Потому оставляем без экспы вообще люто. Эх, не добил. Потому без экспы оставляем. Сапожок у нас есть. Раскачали немного себя. Че там, 4-й левел, да, у парня? Давайте гонять по тму. Немножко. Не очень хочет у нас спектра фармить. Так вот делаем. Не уверен я в искусстве фарминга на парне. На спектре. Вообще надо бы первый. Если вот такой вот лайн, обычно качается первый и максимально зонится. Максимально зонится. И надо на руну сходить. Давайте стакнем здесь двойной. Оп, хорошо. И отведем пачку крипов. На next. Вот эти вот. Ага, хорошо. Отведем сейчас. Ну, спектра без щитка просто сапог взял. Ну, он не шарит, парень, видимо. Что стоя с потмой, желательно взять щиток. Тут саппорт не поможет даже. Я экспу ему отдаю максимально. Проблема в том, что парень неправильно закупается. Давай. Лук на рож. Ну, бьем. Беспорядочно, потому что остается два крипа. Он еще там умирать собрался, да? Понятно. Почему ты щиток не купишь? Я ему отдаю весь фарм, он щиток даже не хочет покупать. Он мангусик взял. Это плохо. Not enough mana. Просто вернул, не хватило маны. Печально. Ну, саппортинг получается юслесный тут тотально. Там потма выигрывает. Вообще парень на спектре. Что-то какой-то мутненький. О, Бара пришел. Надеюсь, ару не будет. Хорошо. Просто найс. Я бы умер сейчас. Ноль импакта от меня в этой катке. Я отведу, возьму пятый, пойду по гангаю. Урион 7-го левела. Ну, спектра, к сожалению, не игрок, походу, ребят. Слабенький парень. Взял бы щиток сразу, там, даже Пурманс. Доминировал бы на линии, фармил бы спокойно. Вот этот отвод сделаем и отойду. Все, я ушел на базу. На экспу чисто впулили этот отвод. Варды сейчас упадут, да, вардить надо. Пуч фрифармит, тут пацаны что, просто стоят АФК, да? Ну, по классике. Ладничка, не будем унывать. Постараемся что-то сделать сейчас полезное для команды, потому что я пытаюсь вот этому пацану подсаппортить. Он даже щиток не хочет против потмы купить. Убивать потму я не смогу с ним. Зевс сходит без сапога, да, с солрингом. Ладно, погнали на низ, там транквил. Попробуем убить. Забайтим. О, так тут весело. Будем убивать. Опа. Суета какая пошла. Ну-ну-ну, давай, ребята, работаем. Леорика туда же. Давай, пацаны. Хорошо. Ну, Леона потеряли только. Ничего страшного. Да все, там дальше нет смысла идти. Хоть какой-то импакт произошел сейчас. Главное, чтобы потма там опять не убила нашу спектру, горе спектру. Хуки какие. Вот этот пуч опаснее, чем в прошлой катке, который был. В прошлой катке пуч вообще ничего не делал. Просто ходил рядом, смотрел.
Так, но мне нужен аркан желательно. Чем раньше, тем лучше. Лук на рожь. Давайте вернем его на базу. Хорошо. Дай жить. Закрываю его. Давай убивать. Хорошо. Сумели справиться с этим наплывом. Вниз пришел, вот суета пошла. На топе стоять со спектрой очень пассивно. Блин, надо было закрыть его, да? Нету маны. На топе жесткое что-то происходит, движуха. Оп. Шестой левел имеем. Мы на базу сходим, наверное, да? На базу сходим, да. Погнали на базу, потому что у нас на низу нет смысла что-либо делать. Гоу глимпсану, если что, его. Хорошо. Найс. Спектра без топорика. Вообще ужас какой-то. Посмотрите на нее. Ужас. Просто. Это ужас. Ах, ладно. ТПшка. Варды надо, ребят. Вардик возьмем. Еще ТПшку. И хилы. Не хватает нам на аркану. Так бы я так сказать, засейвился на аркане бы. Внизу леорики. Леорики внизу. Давайте пойдем на мид. Поможем Зевсу. Возможно, что-то глимпсанем, закроем, ультанем. Дагон там у Куриона. Но умер Зевс тут. Умер Дагон просто все. Умер просто Зевсич. Давайте здесь фарткнем. Курион такие хп сладенькие имеет. Ему бы просто первый дать мне. Хорошо. Вот так вот делаем комбинацию. Отлично. Бара. Это плохо. Это еще хуже. Потма. Ну, сори, ребят, сори. Тут как бы... Бара. Бара как бы не прощает такую тему. Можно убить его. Хекс. Хекс давай ему. И соси. Я не знаю, это трэш какой-то. Беги! Спектра с ПТшкой. 2007 год на дворе. Гоу. Так, глимс возьмем, да? Давай, огур. Не надо в меня. Зачем в меня? Что за хейт, Трала? Гоу еще вот этого пацана. Так почему я первый бегу, я не понимаю. Не надо меня убивать. О, хорош, закрыл. Эй, бара на меня еще забежал. Нормально. Как говорится, инициатива наказуема. Ладно, все, ребят, будем стоять аккуратно. Нет смысла, что мы сейчас так бегаем. Спектра с ПТшкой. Убивайте его. Хорошо. Нифига. Вот так вот спектру хейтим, а она дамажит, между прочим. Но от меня ноль импакта. Я неправильно работаю вообще. Несмотря на то, что вот тут что-то правильно сделал, зачем-то потом побежал. Я не должен первый бежать. Я должен быть где-то в середине. Должен где-то быть в середине. Вот этого пацана убьем сейчас. Оп, вот так вот. За всю боль тебе, братан. Кто там еще есть? Ой-ой-ой, смотрите, как... О, там вард можно снять. Хорош. Так, что в этой катке мы будем собирать? Глиммер бы собрать, было бы хорошо.
Гоу. Так вот сделаем. Лучше отойти временно. Если что, подойду, буду сбивать вард. Надо с командой сейчас. Сделаем дефолт на глиммер, ребят. Ну, в принципе, запомните, на трале всегда глиммер — это нужная вещь. Ну, почти всегда. Вы берете, делаете глиммер, и все, вы можете подсейвить, отсейвить, засейвиться. Что хотите, можете сделать. Оп, вардик сняли. Хорошо. Гоу, что стоите, боитесь? Огр боится, Леон боится. А как он его там увидел? Аро, наверное, по бокам летел. Ой, ну я опять как обычно. Я умер, да? Огр, поможешь, брат? Хорошо. Детекшн хоть какой-то дал. Ну, нету глимпса. Ух, там пуджи еще. Пуджи еще. Глимпса еще нет. Не знаю, как он увидел, действительно, вопрос. Но Арал, скорее всего, по боку летела. Гоу. Го. Чего боитесь? Огр не должен бояться. Бара на меня побежал опять. Тут вард стоит, скорее всего. Что мне подсказывает, что вард стоит. Давайте под тавер уйдем. У меня герой только что заморгал. Да, Бара бежал на меня. Бара на меня бежал. Опа, побежал. Так вот сделаем. В одного. Хорошо. Главное, спектра фармит. Товарц ты. Не успеешь догоном ударить. Не хватит дистанции. На них вард тут, походу, стоит. Я не знаю, но откуда еще вижу. В магазине вард стоит. Ну фига спектра так. Угорает, пацаны. Вот так вот. Давайте возьмем вот так вот и погнали. Но очень непонятный парень на стадии лайнинга. Ну, сейчас убивает, потому что везет. А так на стадии лайнинга парень вообще что-то, блин, ни щиток, ни топорик, ничего не взял. В боковом магазине, чтобы потма не убивала, обязательно берите щиток. Он смягчит урон по вам. Запомните эту тему. Так, ну что, 2-2-7. 7 ассистов у меня. У Зевса чуть побольше, получше все, но тем не менее. Все будет нормалин. Давайте чуть поддефимся. Глядишь, глиммер поднимем. Файтов нету таких у нас каких-то. Там потма доминирует. Там еще пуш. Мне пуджа боюсь, если честно. Пуджа боюсь. И нам пушить как-то надо. Спектра до лейт-гейма. Такой себе пушер. Давайте чуть подфармим. Не зазорно будет. Глиммерок-то нужно нам. А то мы всю игру АФКшим, получается. Надо с командой просто работать. Если с командой работаем, тогда все гуд. А так... не получится у нас ничего. Успеха не будет. Если не с командой. Вот это бы заластхитить. Было бы круто. Леорики там. Тут не крачи нужно будет собрать, я думаю. Остается 200 золота. Добиваем. Первую возьмем, а то у меня почти третью уже. Пул. Вы подумаете, наверное, я стою АФК. Да, я стою АФК на самом деле, но мне нужно дофармить. Иначе я так и не выфармлю. И нужен инициатор какой-то. Гоу, сразу ТП-шку можно сделать. Делаем ТП. Леорик рассыпался. Хорошо, отлично. Я верну его сюда. Хорошо. Вот этого пацана убиваем. Хорошо.
Этого пацана тоже. Го, вот так сделаем. Хорошо. Кого еще можно? Можно еще кого-нибудь убить. Этого, например. Я в этом буду, в инвизе. Убьем, интересно? Да, убиваем, убиваем. Хорош. Все, найс, я выполнил свою задачу. Я свою задачу выполнил. Моя задача вернуть, закрыть. Все. Вернуть, закрыть. Можем еще что-нибудь сделать. Есть уже открывашка, закрывашка. Вернуть, закрыть. Глимпс готов. Хорошо. Что next будем делать? Скорее всего, не крачей сделаем, ребят, потому что, типа, ну... О, у него нету реса. Верну. Ай-яй-яй, вот это очень плохо. Вот так сделаем, и убегать надо. Убегать, убегать, убегать. Все, у меня нету маны, я полностью себя изжил, так сказать. Огур там напрыгнул. Ну, на экспу понюхать можно. На экспу понюхать можно. Все, я бэк. Я бэк. Так сказать, очень активная, кнопок очень много нажимается. Там еще догон на подме. Зачем? О, Фурион. Прикиньте, что делает. Извращенец на Фурионе. Гоу ТП-шку лучше юзаню. Гоу, поснимаем варды. Тут где-то вард стоит. Да, вон в центре. Стоят. Ну тяжело, тут саппортинг именно тут лютый должен быть. У нас Леон еще помогает по сапу. Хорошо. О, второй, второй дай. Ты че? Ой, ГГ, Зевс. Просто не ГГ даже, а ГГГ. Кто там на Агура бежит, да? Гоу. Я иду. Успею засейвить? Не успел я. На этого пацана верну. Этого пацана верну. Хорошо. Подвернули его. Арл. Парень поймал на спеке. Гоу сюда. Парни. Есть такая штука. Надо форс еще от пуджа. Желательно, я так думаю. О, нифига ты какой. Души его. Хорошо. Вот так делаю. Нету кнопок, ребят. Нету. Нету кнопочек, братцы. Ай-яй-яй, неужели не успею вернуть? Он меня тоже оттолкнул. Я бы, наверное, вернул бы. Б. Надо уходить. Нас меньше. Зевс подставился. Огр нужен на руне нам тут. Пацаны фармят. ХЗ зачем? Го, наверное, может лучше Аганим попробуем. Я просто думал Аганим делать через центральную линию. Но давайте на саппорте. Если мы играем на сапе, ультимейт просто будет очень много наносить урона. 7 секунд дизейбла плюс блокировка слотов. Гоу. Гоу Аганим попробуем сделать. Вот с таким затаром сейчас и в Аганим. Вторая катка. В саппорте. Я думаю, будет прикольно. Го, попробуем. Почему нет? Леон ему высосет. Леон минус. Давайте закрою. Вот так вот сделаем. Хорошо, закрывашка сделал я. Кто там еще был? Кто-то. Где-де-де? Вот туда, туда, туда. Ну, Division. Пуш очень быстрый. Закрывашка, гол. Чалька. Сейчас ночь, я не вижу нифига. О, кто настоящий? Я настоящего не видел.
Эх. Ладно, как стадо барашков бегаем. Спектра тоже. Ну, я там нормально закрыл, но не удалось. Я в роли четверки тут туда, не пятерки. Леончик помогает. Получается так. Получается так. Больно. Хорошо. Прикольно будет, если Фурион на базу, кажется, будет. Там прочекиваем. Нормально. Хорошо. Так, аганим, да, говорите? Давайте. Попробуем. Два ингредиента, да, аганим еще. Недорогие, в принципе. Аганим не тяжело собирать. Быстренько, раз, раз. Но у нас проблема, у нас пуш идет по нашей стороне жесткий. У него нету дастов. Блин, это плохо. Опа, бара. Засейвлю, бро. Поставлю ульт. Надо было возвращать. Блин, ну у нас не хватает категорически народу драться. Фармит. Стоп, фарм. Драки, го. Что вот он? Ему, у него есть даггер, ему все, что нужно, это даггер. И все, да и то даже это очень много. После аганима сделаем некрочей, ребят. С некрономиканом мы сможем сами что-то делать. Надо дасты купить. С некрочами тоже сами сможем что-то делать. У нас Леонов ФК ушел, да? Плохо. Хотя от него толку все равно нету. Толку от Леона нету, он в ФК ушел. Че делаем, че делаем? Так, фармим. 1400 еще остается. Спектра БМ купила, больше ничего у нее не растет, к сожалению. Я буду фармить тогда. Толку от меня больше будет, я думаю, чем от спектры. С ультом. С четким. Не знаю. Пара бежит. Отменил, да? For honor. Тут бара. Чё? Так далеко Зевс стоит. Блин, я не боюсь так, как он боится. Во-во-во, это настоящий. Я помогу. Нет, я не помогу. Джи-джи. Жесткий мегакрип. Ну, вард стоит. Каточка по наклонной идет у нас вниз, потому что у нас нету актива, у нас нету синергии, к сожалению. Не знаю почему, вроде не сложно же. Вместе. Куда? Я не видел, куда возвращает. Глимс. Хорошо. Бедный Леорик. Прибежал, убежал. Но нету Глимса. Уже не достаю. Слишком далеко. Слишком далеко. На топе весело, да? А нас пушат, я так думаю, по этой игре. Скорее всего. А что, убивать будем ее? Я избил ТПшку. Ну, надо бежать, Глимс должен откадешься, успеть. Два, один. Ну, все. GG. Ушел, да? Плохо. Ушел парень. Ушел парень.
Низ пушится. Да что ж такое-то? Будем мы кого-нибудь убивать сегодня? Че нет? Это ужас какой-то. О, я умер. А нет, еще живой. Хорошо. Потма. Ну, если не спектра, то никто там не сможет. Ладно, погнали на базу, нас пушат. Есть аганим. Есть аганим. У нас не сломают, это плохо. Кого на низу статику? Статику ставить будем. Тавр перестал бить его от Криса. Криса на тавре. Давай, 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 давай. Эх, не хватило дистанции. Блин, все плохо, очень сильно нас пушат. Так, что у нас? Все плохо по ситуации, ребят, все плохо. Спектра не мобильная, вообще ужас. Через ПТшку 3700 у нее сакрат делает. Хекс дай, стан дай, что-нибудь дай. Леон жесть. Тут вард стоит, насколько я знаю. Ладно. Ладно. Так, Леорик БМ. Вард стоит там на ХГ. Но у меня нет денег снимать эти. Я выфармил аганим. Фармил аганим. Сейчас драки будут успешнее. По идее. Много ДПСа будет. Но на дефе стоять еще нужно, не забывать. Ситуация плохая, конечно. Мы без варда вообще плохо все. Опа. Какой хук. Ару. Хуки, аруи. Что там у нас по вардам? Давайте. ТП-шку. Помойку. Варды надо. О, let's go. Давай, Леон. Кнопки. Кнопки жми, брат. Это жесть. Это жесть. Леон чисто мегакрип. Блин, со всех сторон нас атакуют и бегаем по всем сторонам. Типа, ничего не можем сделать. Все фидят. Невозможно что-то, какой-то геймплей получается у нас. Придется соло убивать здесь. Соло убивать. Нету кнопок у меня на возврат. Зевс не видит, ушел. У него маны все равно нет. Тяжелая катка, ребят. Тяжелая. Ну, спектра, в принципе, может быть, что-то и начнет делать. Ждем поэтому. Вот так сделаем. И дагерочек сделать надо будет. Дагерочек надо будет сделать. Спек активная игра. Спектра пассивная игра. Жесть. Просто жесть. Но я не могу туда пойти задевардить. Не могу. Я могу, как бы, но это будет последний мой девардинг. У нас очень активные герои, но они не умеют играть. Эти активные герои. Эх, не дождался я. Так, отсейвлил. Ну, такое. Ой-ой-ой, ну тут я уже... Хотя нет, я могу тут помочь. Могу тут помочь. Хорошо. У нас такое ощущение, будто рук вообще нету. Нету глимпса. Нету глимпса. Огр там бегает где-то. Огр бафать себя даже не хочет. Странный парень. На огре странный парень. Го вот этого пацана.
Парни, ну это же фрифраг. Чё стоим? Курион убился. У спектра есть радик уже. Это радует. Вечный деф у нас просто получается. Надо, блин, на ту точку сходить, все вард поставить. Не получается у меня. Не получается. В вечном дефе просто мы. Бара на меня, наверное, побежит. Там будет злиться. Гоу, мид, дефить. Патма ДД. Патма ДД имеет там. Спектра, ну бей крипов. Я не керри, почему я первый стою? Культ я успел поставить. Найс, отлично. Хорошо. Леона засейвим? Не засейвим. Ну, я не попал стенкой, сори. Стенкой не попал. Так, ну даггерок есть. Гоу, даггер. И надо варды поснимать. Варды поснимать. Жесть, мы просто закрыты. Ну, из-за спектры она вообще не мобильная. Она вообще просто тупо ходячий кусок. Под нее только подносить нужно, но Огр не справляется с этой задачей, он Бладласт даже не кидает. В этом проблемка. Го, у меня есть вот здесь вардик снять. Наконец-таки. И то нету варда уже. Спектры совсем плохо все. Спектра, манту и Тараску, пожалуйста. Это настоящий, нет, это иллюзия. Это иллюзия. Патма, 1400 HP. Хорошо, сняли. Ценой Леона. Уч жирный. Но будем дефиться, пока, я не знаю, пока спектра что-то не начнет делать. Но она совсем ничего не делает, к слову. Просто кусок, и все. Кусок спектровый. Пока я не умру, они не зайдут. Когда я умру, тогда зайдут. Сделаем. Ну хорошо, Лёрика забрали. Спектра там убивает. Молодец какая. Эх, не закрыл. Так вот. Отлично. Блин, ну я не знаю, тяжело очень, ребят. Но пытаемся что-то сделать. Там Патма вон убивает. Крыса. Леон, наверное, там 0.28 играет. Да нет, не сильно, 1.11. Не сильно, 1.11. Так, ну что нам нужно на next? Ну, это будет Хекс и Октарин, скорее всего. Блин, ну вообще нужны Некра, жесть как. Некра нужны. Некра нужны. Давайте Некрача сейчас сделаем. Пойдем завардимся. Варнимся. Вот сюда. Спектра. По чуть-чуть, может и оденется. Че так собирает он опять? На что-то. 2800 у него.
О, вот здесь вард поставим на деф. Манту, пожалуйста. Надеюсь, не тараску он собирает. Тупо куском. Блин, не понимаю этого человека. Ходить куском, не хватает мобильности. Это же чувствуется, что ты просто бегаешь лево-вправо и все. Мобильность нужна. Лерик вардит. Давайте визард купим. И вот так сделаем по вардингу. Пара бежит. Ну иди ко мне. Ну хоть что-то чувачок на Леоне. Чувачок на Леоне чисто. Давай с руки души его. Хорошо. Отлично. Хоть как-то. Не крачей троечку сделаем. Да, там пуч нашел вард. Потму бы убить. Но на нее надо статику ставить нагло. Леон так и сфидил. Невозможно засейвить Леона, он все равно сфидит. У него такая стихия. Это иллюзия. Стихия такая у Леона, все равно зафидить. Не может он без фида. Ой, печальная катка на самом деле. Пуш большой залез на хг. Яшу купил, молодец, наконец-таки что-то полезное купил. Что-то полезное. У нас расплечивает спектра, где ходит постоянно. Я постоянно на дефах на максимальных стою. Спектра вообще ничего не дефит, жесть. Тупо я на дефах стою. О, так это настоящий. Чё нет-то, чё не убить-то? Крипочек большой просто. Хорошо. Еще раз убьем. Вот так вот, отлично. Отлично. На дефах как стоим, я не знаю, это жестко. На дефах стоять так. Спектра, дай бог, оденется. Может быть и выиграем даже, я не знаю. Затянутая катка, деф. Просто деф катка. Так, почти есть некрочи, да? Ну, Леону все варды будем отдавать туда. Леону будем отдавать все варды. Хорошо. Урион на виду. Урион на виду. Почти есть, не крочи. Белт я уже тоже купил. Го его, го. Эту жирную свинью я нажму кнопку. Все равно кнопку не жму. Найс, хорош. Хорош, за свои варды уничтожаем на жесткой теме. Куда вы там пошли? Еще за потмой пошли, нифига вы жесткие, товарищи. Ой, да там их слишком много. Но без ульты я буду. Я без ульты буду. Души с руки, что делать? Б. Б, 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 Д. Жесткая игра какая-то. Я в шоке. Го на базу быстренько. На топ надо срочно. Глиф есть. Но глифа нет, очень сильно бараки сейчас пострадают. Очень сильно. У нас ни у кого нет ТП, да? Спектра, ультани, дефай. У меня есть кнопочка, братан. Хорош. Отлично. Отлично, хоть так. Так, ну с некрочами мы уже сможем что-то, ребят, делать. О, Фурион сдался. Слабачок.
Сдался слабачок. Ну, с некрочами мы уже, ребят, сможем горы воротить просто. Вот так вот-то. С такой спектрой. С тяжелой такой каткой. Фурион слабачок у них оказался. Но мы будем в любом случае тут доигрывать. Кто ж виноват, что Фурион вышел? Устал, пацан, морально. Задавили морально чуваков. Так, некра двоечка есть у нас. Некра двоечка. Ну и остается Хекс тогда. Некра двоечка. И Хекс остается. У нас еще очень большой запас золота по товарам. 1002 на команду чисто. Пока запушим все. Спектра на мид. Гоу. Побьем. Я думаю, нас не заберут. Хотя, в принципе, могут. Гоу, некров поднимем. Запушим хоть один тавер. Я, получается, такой в роли кора. Команду веду свою куда-то. Спектра не хочет, он неуверенно играет. Это жесть. Все, второй тавер. Найс, Фуриона нету, все, ломаем. Ломаем. Каев. Вытерпели мы таки. И, короче, троечка. Будет сейчас уже с таверов. Т2. Гоу сюда. Найс. Хекс. Дали бы еще собрать, было бы круто. Хорошо, некро 3 дали собрать. Отлично прям. Ну, Т2 смело. Мне кажется, нам нечего бояться. Фурион ультой отпушивал постоянно. Пацаны поникли там. Жесть. У меня ассистов, как у Зевса. Это очень хорошо. Опа, вот так вот. Будет кто-нибудь в хелпу? Хорошо. Ну, у нас зацеп лютый за счет меня. Прям цеплять, это наше все. Давайте тэшки тут. Ой, тэшки крипов, тэшку. Ой, там ребята драться пошли, да? Жестко, но я иду. Я иду. Я ультану. Вот этого верну туда-обратно. Ай-яй-яй, плохо вернул я. Я очень плохо вернул. Ультимейт плохой был от меня. Но зато топ сломаем, я думаю. Угу-гу, пуш. А сниз там тоже пушится. Хорошо. Прям не крочи в тему. Кстати. Не крочи в тему. Не крочи в тему. Надо первый кидать просто на оппонента, которого вы хотите. Ну, Фурионова натослали куда. Которого вы хотите вернуть оппонента. Просто первый откидываете и ждете. И ждете. И все. Отлично. Так, ну это есть. Потненько. Ой, там пара. Где настоящая спека? Ой-ой-ой. Леончик, поможешь, брат? Спасибо. Спасибки. Хорошо. Хорошо. Неужели GG? Неужели GG? Засейвить немножко. Пацана. У меня очень все плохо по хитпоинтам. Урны нету у нас, к сожалению. Че, на базу тогда, наверное, надо газануть. Надеюсь, нету тут варда. Найс. Это хорошо. Это хорошо. Че, на низу некрочей скинем, и можно, в принципе, на базу идти. Продажный. Лол, к чему вот это ты сейчас? К чему это он сейчас? Фуриону заплатил, чтобы он ливнул. Как договаривались, фура.
ГГ. Хорошо. Давай с третью сторону заходим. Не, ну это жесткая, ребят, катка, на самом деле. Жесткая тем, что нас столько держали в этих рукавицах жестких, и пацаны просто моралью просели и не смогли ничего сделать. Это GG. Это GG. Я считаю, что катка очень хорошая вышла. Очень хорошая. Фурион, там, когда договаривались, братан, продажно все же. Все же как надо. Нормально. Можно было сделать что-то еще. Глимерок. Жестко. Ой, глимерок. Вы поняли, короче, что сделать. Хекс, да куча. Блин, я так не хотел статик поставить. Ладно, go back. Люрик почти сдох. Оп, хорош. Я на базу. До побачення. О, спасибо, Пуч. Красавчик. Ну, такой у нас билд получается в четверке, ребят. На самом деле, вот просто вот это вардиками вот так вот докупить. Можно еще грифс сделать. Грифс. Типа, грифсы у нас еще были в этой катке. И получается вот такой вот саппорт билд у нас на этой игре, ребят. Ну, то есть, это идеал, вот этот билд, это идеал, к которому нужно, в принципе, стремиться. Еще вот сюда хекс добрать, и все, это, да, будет все огонь. Го, да, ломаем их. О, ГГ. И, в принципе, все. Так что вот такая катка, ребят. Ну, next там пойдем через центральную на трале уже. Две игры в четверке мы отыграли. И нужно сыграть нам через центральную, я считаю. Считаю, что через центральную нужно сыграть. Погнали сейчас, додушим пацанов. Все, вот такая статика ставится. Странно, почему он прошел. Парень на этом... Пару вот сюда давай. GG. GG, ребят, вот такая катка у нас получилась. На четверке. Две катки в четверке сыграли. Но надеюсь, вам эти катки понравятся. Не знаю. Как говорится, Азиз продажный, вон написал бара. Не знаю, почему он так написал. Неужели я не могу просто, как обычный юзер, зайти и сыграть игру для гайда? Походу, я не имею права на это, ребят. Ну, я извиняюсь. Окей, поехали. Сейчас играем через мид. И, в принципе, все. А керри катка выйдет дополнением. Погнали. Так, ну что, друзья, очередная игра загрузилась у нас. Сейчас будем сосировать дальше на трале. Посмотрим, что у нас будет происходить. Наша основная задача, играя через центральную линию, это максимально вынести как можно больше артефактов с центральной и помогать начинать своей команде. Надеюсь, ребята будут отыгрывать хорошо свои роли и будет все именно по годной теме. А не так, что у ребят челленджи по 0.10 бегают и тому подобное. Прошлая катка такая была, я давно так не горел, честно вам скажу. Жесть просто. Я давно так не горел. Потому что жесть какая-то. Ребята, просишь нормально сначала нажимать кнопки и игнорировать, потом уже начинаешь кричать. Ну, это, кстати, вот есть такая закономерность в жизни, я вам сейчас немного о жизни расскажу. Игра игрой, хрен с ней, о жизни. Закономерность такая есть. Если ты сначала объясняешь человеку нормально, до него не дойдет. В 90% случаев, когда ты начинаешь орать и бить, тогда люди начинают понимать. Вот так вот, ребят. Я думаю, многие это сейчас поймут, мои слова. Если кто-то не поймет, это, конечно, очень-очень плохо. Потому что смысл таков, что на людей иногда не работает именно словесная вот эта тема, когда ты просишь, пожалуйста, можно вот это сделать. На людей, на некоторых людей так, к сожалению, не доходит. А когда ты начинаешь орать, типа, вот если ты сейчас это черт конченый не сделаешь, то я тебя тогда в рот и тому подобное. И тогда человек задумается, блин, а он же меня может в рот. Давай-ка я лучше это сделаю. Вот в чем смысл. Это далеко ходить не нужно. Это такая небольшая мораль жизни, ребят. Поэтому держите в курсе. Что ж, отвлеклись мы немного от игры.
Основная тема, которую мы тут будем и делать, это, конечно же, соберем Аганим. До 14 минуты мы должны вывести Аганим. Это минимум. Далее, конечно же, через Дискорд сыграем. Хочу Октарин. Еще хочу Октарин, ребят. Очень хочу Октарин. Не знаю, как вы, но я хочу Октарин. Я хочу Октарин сделать. Так, ну, тут опасно подходить в упор. Так, откидывает. Опа, на месте. Хорошо. Это наш клиент, кстати. Оп, отлично. Молодцы. Молодцы. Неплохо. Голосопожог сразу. Так, инвокер на миду с фрейсбендом. А-ля нагинг, что ли? Тогда тычкуем, пацана. Тычкуем. Пусть пацан покайфует. Пацан покайфует на инвокере. Но на инвокере тут, кстати, ему будет очень тяжело. Только скиллы я немного прокачаю. Он будет страдать на вокере на своем. Тем более с фрейсбендом он ни одного крипа добить не сможет. Поэтому пока что до третьего стоим спокойно. После третьего начнем делать вещи. Вот, хорошо. Сейчас можно будет его аккуратненько. Вот так вот. Жалко, что третий я не апнул почему-то. Это очень плохо. Третий нужно и душить его. Гоухилку в помойку. Подходим, подходим. Сейчас крипов пропушим, мы можем напасть опять. Нам нужно его... Да, блин, не попадает трал. Нам нужно его зажать. И первый дать еще. Вот так вот примерно. Давай, давай. Вот так вот. Все. Вот основная наша задача. Задушили инвокера. Так, берем ботл. Инвокер, кстати, если сейчас прилетит, давайте глинс возьмем, я его на базу отправлю. Пусть экспу прогуливает. Оп. Два. Три, но не отходит, понимает. Опа, нифига ты. Лютый. Вот так вот делаем. Скинь, пожалуйста. Все, идем на руну. Ой, какая хорошая руна. Так это можно на топ сбегать, что ли? Не знаю, ребята кнопки там нажмут, интересно. Лучше с инвокером остаться, наверное. Не факт, просто если я побегу на топ, не факт, что ребята нажмут кнопки. Это не факт вообще. Вообще не факт. Так, ну нормально, стоим до пятого левела. С пятым левелом инвокера опять начнем жестко нагнетать. Один раз он нам уже сфидил. Ну можно так, агрессивно стоять, давать ему понимание, что ты здесь фармить не будешь. Давать ему такое понимание, что типа тебя не получится здесь пофармить. Все, найс, пятый есть. Кто там у них? Худший. Да, у меня хоста, блин. Мне все равно. Все, сейчас инвокера будем. Первый. Раз. Есть. Сейчас еще разок первый накинем. Совсем вокер не фармит, я вообще фул фри стою. Я просто фул фри. Нормально. Если бы я только не поплыл в этой катке. Ну. Хорошо. Сейчас, кстати, можем его убить со статикой. Делаем вид, что мы АФК. Плохо. Но надо с руки бить. Хорошо. Пойдет. Накосячил тем, что монопула не хватило. Ничего страшного. Сейчас еще ману. Отлично.
Вот так вот. И погнали. Инвокер у нас еще раз сфидил. Это отлично. Опа, пришел. Хорошо. На седьмом берем опять-таки первый, так как мы через центральную играем, и я гоняю его. Жалко, нету Глимпса. Глимпса нету, жалко. Задушил бы. Не достал бы я третьим просто. Жесть, он страдает, инвокер. Сейчас крипы под тэшкой будут. Задушу. Оп, хорош. Нет, Рубик, не надо, пожалуйста. Хорош. Все, найс. Отлично, го на базу. Статика есть, сейчас со статикой будем душить. Так, инвокер 9 секунд, но пешочком на базу, пацаны. Лесочек стакнем заодно еще. Оп, хорошо. Все, идем на базу. Ля, там такие лоу хп. Душат, пацаны. Сейчас идем на мид, инвокера сразу же убиваем через ультимейт. И нужно Глимс обязательно, конечно, минута КД Глимса, это слишком жесткое КД. Минута КД. Так, делаем ТПшечку. Сколько там? Удушить, пацана. Но он просто даже уже не уходит, понимает, что я его все равно верну, а у меня Глимс КД минуту. Жесть. Ай, намажу, иди сюда. О, дай мне. Хорош. Я его на фул намазал тоже. Хорошо. Очень нагло на трале работаем. А, я видел, я заберу. Плюс. Заберу. Ой, не заберу. Ерсбруйкер не дал. Блин, пока я менжевался. Жалко, вард пропал еще. Надо вард. Надо вард поставить. Но я очень жирный, 1200 хп на такой минуте. Оп. Так, у нас есть ультимейт, да? Почти. Почти есть ульта. Это очень хорошо. Иди сюда. Ха, Рубик. Well. Ой-ой-ой, как я накосячил. Нет, я не должен здесь был умирать. Просто сфидил. Не слышно, кстати, я бы услышал метеорит, надо громкость получше сделать. Я бы услышал, что метеорит летит. Отмансил бы. Ладно, ничего страшного, почти есть агоним. С такой каткой. Дождь еще просто хреначит, извините. Но нормально, я раскайтил их. Все равно. Нормально. Так, у нас остается 200 золота до того момента, как у нас должен появиться аганим. Аганим — это блокировка слотов, но сейчас слотов как таковых нету, но стики хотя бы не смогут нажать. Уже хорошо. Правильно? Правильно. Погнали в центральную. Еще раз берем. Вот это берем. А там ультимейта ведь нету у меня ничего, братан. Нету ульты.
хорошо. Табу. Остается один крип, да, там есик пришел. Промах, понял. Так, ну ЕСа я не смогу зажать. Да? Даггер у ЕСа, да. Нормально. Нормально. Что даггер у ЕСа? Не-не-не, ну хоста тем более-то, ёбай. Лол, я ему еще и жопу мажу. Он хоста... Ну нет, ну хосту мне надо было собирать. Хотя Тинику тоже хоста хорошо, но блин. Так, есть Аганим. На 4 минуты раньше, чем нужно. Но с таким КДА нормально. Сейчас Глимс, раскачка. Хорошо, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Как хорошо. Жалко. Ой-ой-ой. Ой, хорош. Под душем чуть-чуть. Не надо душить. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Я пошел, yes. Давай, братан. Кунку, правда, подставил, получается. Расконтриваем, пацана. Очень плохо. Очень плохо. Ну, на базу. Надо от инвокера, блин, вот эту кнопку еще. Вай, я извиняюсь. Нормально все. Погнали, идем в центральную. Так, инвокер там с вардом. Но я сейчас убить его должен. 27 секунд, правда. Хорош там. Убивает. На миду ткнем вард. Чтобы вижен был. Хотя бы какой-то. И надо дискорд сделать. Дискорд сделать. Плохо. Нас убивают пацанов. Убивают пацанов у нас. Так, руну забрали. Инвокер. Эх, дать бы ему кнопку ЕС просто. Нам на глимсе покатать. Жесть. Так, есть ультимейт улучшенный. Let's go. Что-то делать. Go. Go, go, go. Что-то делать. Go на низ. Сами придут к нам. ЕСы, Пуджи, Рубики. Давайте душить, пацаны. Я мид выфармил. Насколько было возможно. Ульту в наглую на него поставим. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Какого-то тоже надо цеплять. Очень плохо. Лук на рож. Так, дискорд. Плохо. Могу умереть. Убегай. Убегай. Оп, хорош. Санстрайк будет. Хорош. Хорош. Так, на дискорд купить. Сюда. Еще и крип. Ну, на мне клэп уже висит, Страйкович. Тут мне уже никто не поможет. Но я закупился. И то хорошо. Но ЕСа забрал, это тоже главное. Нормально.
Так, у инвока только мидас. Посмотрите, какой затар у инвока и какой у меня. Это очень хорошо. Очень хорошо. Аваланч по таймингу. Кайф. Да, аваланч засыпи все. Ля, задушили. Молодцы. Так, ну что ж. Ситуация на самом деле такая. Ерсбрукер, зачем в упор подходишь? Ты шо? Это же Ерсбрукер. Деревья заросли вовремя. Может и убежит даже еще. АЕС, конечно. Уничтожает их. Как крипов. Можно мне куру, плиз. Хорошо. Отлично. Хоть так. Рекуру. Сейчас Еса надо... Блин, Еса надо просто на страйк поймать, и все. Я его на страйк ловлю, типа у него шансов нету выжить. Но он очень аккуратничает. Мне нужно на страйк его поймать, и все. Андерстрайк и ГГ ему. Смело. У меня ультимейт бесхозно стоит просто. На страйк поймать его и все. Что у нас там? Закрывашка есть. Отлично. Ну сейчас уже 3 секунды закрывашки. Вард стоит. Крыса. Да дай вижен, та ёпта. Жесть. Пуч тут. Я ушел. А, найс. Окей, гоу. Уджа. Уже просто я хз даже. Если сейчас еще ЕС придет, это вообще GG будет. Жесть. Нас еще оттуда отпустили. Тревел сразу куплю. Go travel. Ну, Кунка мне помогает очень много делать. Но получается так, что Кунка постоянно умирает из-за меня, получается. Вижен, вот тут Вижена не хватило. Сразу бы забрали бы инвока. Ну, ладно, в принципе. Кунка, он у нас саппорт. Но вот я вижу вот, вот эти вот 6 ассистов. Эти 6 ассистов действительно помощь. Хоть и фит, но ему еще, видите, ЕС постоянно вот сбивает, блин, каст. Тяжело. Так, ну основные артефакты у нас есть. Теперь сделаем Октарин и Хекс. Думаю, будет так. Как-то так через эту тему все. Очень долгий КД ультимейт у него. Утрала. Блин, нанес бы ТП-шку сейчас. Я бы убил бы ЕСа. Надо ЕСа убить. Вообще даггер какой-нибудь надо. Этот ЕС, конечно, блин. Тупо его надо через второй, третий ульт. Он постоянно так ЕС уходит жестко. Сейчас, наверное, не уйдет уже. На клэпа поймаем. На страйк, вернее. Хорош. Просто изи. Я еще под дискордом. Ну, урона чуть больше внесу. Под дискордом чуть больше урона внесется. Так, на миду у нас пуч. Гоу закрывать. Гоу закрывать. Ой-ой-ой. О, понятно. 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 На низ Вокер ТП-шится. Вокер на низ ТП-шится. GG. Так уже не пойдет. Даггерочек для зацепа. Надо. Давайте даггер сейчас купим. Все-таки даггер для зацепа хорошая вещь. Там ЕС уже резнулся. Желтый это у нас Рубик.
2 ТП. Нам танк нужен, который будет цеплять. I am the war chief. Тут же жирный. Не знаю, как бы видим мы его, но а что толку, будем мансовать так до конца жизни. Надо от Тиника работать. Хорош. Жесть ему срать просто. Еще и ВГ. Там, в принципе, должны пацаны потянуть. Хорош. Хорош. Нормально раскайтили. Что хен? Что вы от меня хотите? Я обычную игру играю. Дайте просто поиграть на трале для гайда. Ну, серьезно. Чё за дела? Я же просто играю. Я же просто зашел игру сыграть. Мне пофиг, кто за меня, кто ВС меня. Блин, они так привыкли все, вот, как будто это игра с подписчиками. Это без подписчиков игра, ребят, отвыкайте. Я тут при чем? Это игра с подписчиками или что? Это обычная ТБ. А мои крипчики, которых я стакал. Пишите репорт. Мне ливнуть, что ли? А половина айкапа МХ. Так, зафармлено. Отлично. Я же не могу что-то сделать. Я могу выйти с игры, если вам будет так легче. Так. Немного мы отвлеклись. Го Рубика убивать. А то он от МХ снял наш. Рубик наш МХ снял. Так, Тини, 11-й. Что у нас есть? У нас есть хорошие слоты. У нас есть 16-й левел. Но сюда в меня кто-то может... Ну, если прыгнет меня, будет очень страшно. Я не хочу, чтобы ЕС меня прыгал. Вай, хорош, подцепил как. Как подцепил-то? Хорошо. Там ЕС от Радика бахнул. Хорош. Нормально. Так, ну через центральную тут в этой катке очень все отлично. Ребятки, молодцы. Нормально получается отыграть всей командой. Хорошо отыгрывается. Так, ну я верну. Если нету кнопки. Хорошо. У нас еще кунка на зацеп, это вообще жестко. Давайте Октарин, если сейчас фарм будет идти, вместо даггера Октарин попробуем сделать. Хорошо. Ой-ой-ой, как он... Верни, верни, пока не нажал им этот крутилку. Хорош. У меня солбустер почти есть. Солбустер, я ушел отсюда. На центральную. Отлично. Но ребята там держатся, они не собираются сдавать позиции, как я понял. ББ. Ой, в корабль прям почти. Ребята остались там до последнего. Я не вижу смысла там стоять. Мы в ХГ не зайдем. Они решили до конца, там до победного, походу, мои союзники, стоять. Более у меня КД. Маны не особо у меня.
Го, помогать тогда, ладно. Только я уже приду, наверное, смысла от этого не будет. Вижен будет, я верну. Нету вижена, тогда не верну. Бэ. Пацанчики, блин, прям агрессивно стоят до последнего. Фантом с Радиенсом, давно не видел таких. Ботлик у меня имеется. У нас есть 3000. 3700. Ну, это солбустер. Солбустер возьму. И Октарин. Так, Джага. Джага идет дальше? Нет, не идет. Джагер дальше не пойдет. Гоу, тогда здесь встанем фармить. 2700 надо нам на Октарин. И, скорее всего, ласт слот будет что-то типа Хикса, я думаю. Но через мид что еще выфармливать? Хекс — это максимальный импакт для команды. Октарин для себя и для команды что-то. Чтобы было жестче. Чтобы ультимейт быстрее кдэшился. То без кд ультимейта такое себе. Я не успеваю, да? Плохо. Жми кнопки на тинике, лол. Помоги. Как-то на валанчем не попал. Я валанчем не попал. Как можно было валанчем не попасть в этой ситуации в стоячих игроков? Ладно, на меня эхо слили. Эхо слили. Хрен с ним, я свидел, сам виноват. Пуш очень жирный, он с худом. Он с худом. Го вместе, короче. Сейчас фидерская фигня будет. Надо вместе играть. Конечно. Так, ладно. Го на низ. Так вот сделаем. Зачистим быстренько. Хорошо. Так, на миду Пуджи. Гоу, я там нужен. Моя помощь нужна. Моя помощь нужна. Ну я иду. Ой, триггерует там. Если пак сейчас на тебя, на себя забайтит, я закрою, по идее. Давайте, давайте, давайте. Че, будем душить? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну почти. Я думал, на встапочку что-то будет. Дайте что-нибудь на вставочку, вы что? Я так хорошо закрыл. Дайте трипл на вставочку. Криси чисто. Команде крысы. И на тине тоже будет стилить максимально. Надо будет как-то... Блин, самое легко на вставочку делать, это когда есть догоны. Опа. Let's go, снимем. Так, 2300 у меня, это почти. Отлично. И это чисто на вставочку. Трипл кильчик хотя бы. На вставочку такую. По красоте. Так, 2600, ну почти. Почти есть у меня Октарин. Это очень радует на самом деле. Почти. Антон там соло пошел. А, это пацаны там прикалываются. Гоу, вардик. Да, блин, бей вард, а не того драконуса, блин. Так, хорошо, берем. Мистик. Отлично. Вот это у нас затар лютый, конечно. Все, let's go душить.
Еще два слота у меня. Хекс и... Блин, вообще догон как реальный билд можно рассматривать. Жалко. Он ЕСа выхукал, прикиньте. Ладно, у меня ульт все равно быстро кдэшится. Но он ЕСа там выхукал, чел. Ну, пуч напрягает. Гоу сюда. Пуч напрягает. Хорошо. У меня, в принципе, еще много слотов. Я еще дискорд могу выкинуть. Еще дискорд могу выкинуть. Так. Там пака душа. Ой, хорош. Чинич пака. Молодец. Я далеко. У меня ульты нет. От меня толку особо нет. Вот так сделаем. Хорошо. Отлично. Го в центр. Го-го-го. Опа. Я не буду его ультом. Ультом закрывать не буду. Лучше Пуджа еще верну. Только надо его найти. Нет, не вижу Пуджа. Хорошо, это минус мид. Шага на топе работает. Во вторую смену. Хорошо. Иллюзию. Пуш-пуш, парни. Давайте с пуш-пушем. Жирная свинья идет. Давайте вот так вот сделаем. Ой, как хорошо. Вот этого сюда. Отлично. Ой, трал, украл ультимейт у меня. Рубик трал ульту. Поставил сразу. А закрыть-то нечем. Опа. Закрывашка. Вот так вот. Ой, хорошо. Глимсы нету, жалко. Ой-ой-ой, ой, какой хороший торнадо. Хорош. Хорош. Ну не с кем драться уже. Нету ничего, надо уйти отсюда. Блин. Хорошо, сейчас так было. У меня уже ульт есть, блин. Уже прям кайф. Кайф прям. Yes. Сейчас в крипов ульту поставим. Его на базу. Его на базу. Так, 45 секунд ультимейт кдэшится. Это очень хорошо. Есть у нас 2700. Я на самом деле подумаю насчет догона, потому что нужно дополнительно как-то вносить урон. У нас не хватает урона. У нас не хватает урона, реально. Тупо 720 там. Нормально. Давайте догон сделаем. Ну, я не вижу другого артефакта, ребят. Нам нужен догон, чтобы как-то дэмэдж повысить. Повысить дэмэдж. Ой-ой-ой. Нет ульты. Дай пройти. Дай пройти. Опа, не закрыл. Подходим. Это плохо. Я умер. Корабль можно? Да, спасибо. Хорош. Хорош. Еще раз. Опа, еще минус хук. Меня тут крипы, чтоб не закрыли. Хорошо. Боже, я еще живой. Я розовый и теплый. Ну, расконтрим его, я думаю. Вот так вот. Жесть. Жесть просто, как она есть. Но сейчас будет санстрайки еще на меня. Давать. Нет, нормально. Жесткая драка, я вам скажу. Вся беготня за мной. Я хорошо статику еще ткнул. На базу.
Если бы креста дали, было бы лучше. Пойдет. Хорошая драка, тем не менее. Драка хорошая. Ух, фантома законтрил ЕС. Там ЕС хороший. Хорошо контрит. Хекс надо. Сейчас догон и Хекс, ребят. Хекс нужен тут. Догон и Хекс нужен. Догон и Хекс. Пацаны сейчас низ будут атаковать. Ой-ой-ой. Нормально, нормально, мы жирные. Это плохо. Бедный Кунка вечно подставляю его. Сори, братан. Но не хватило урона. Крутилку успел парень нажать. Не хватило урона. Догон еще надо подапать. Будет хватать урона, когда будет догон. О, щит. Там пацаны выехали. Хорошо. Вот этого пацана души, да? Эх, я тоже догон на лоу хп держу. Ну, буду фул давать тогда. Догон на лоу хп тоже держу. Что, на мид? А можно ультимейт нажать? Хорошо. Опа, это кто? Это Джага. Стой в кругу. Куда побежал? Оп, хорош. Нету догона пока. Жесть. Задушили. Нормально, еще догончик есть. Догончик бы в пятерку. Максимум. Нужен дэмэдж и хекс потом. Будет очень хорошо, если хекс еще выфармим. Но у нас, в принципе, запас по золоту есть, хг стоит. У меня ульта почти есть, 11 секунд. Почти есть ульта. Опасно, я так стою в наглую. Так, а внизу что там? Рубика убивает. Хорошо. Торнадо, отворачиваемся. Тогда огон есть. Еще один. Там есть 4 секунды. Опа. Давай, давай, сейчас ЕС уже придет. Ой-ой-ой-ой-ой, нету дискорда. Хоть там можно чапалаху дать. Вот так вот сделаем. Он же такой жирный. Ему просто пофиг на мои Thunderstrike. Жесть, что происходит вообще? Хилочку разбить, но не могу. Хилочку разбить. Все, найс. Жесть, это вообще Пуджу пофиг там. Thunderstrike, не Thunderstrike, вообще ему пофиг. Ну пойдет, мид сломали, главное. Но драка, я вообще не понимаю, что происходит. Просто все летают там, пуджи кидаются. Хуками там, хуки летят, все летит, это жесть. Это жесткая катка. Тупо суета происходит. Хорошо, го, вот так сделаем. Отлично. Так. Го на базу сходим.
Есть еще догон, четверка. Догон, четверка. Хекс надо. Не хватает нам дизейбла и урона не хватает. Урона сливать, еса. Ботал вообще можно уже продать. Пару сентрей иметь надо в драке. Как минимум. И надо закрыть их. На миду где-нибудь как-нибудь. С Октарином можно долго держать. Третьим. Почти. Сколько там у нас? Длительность 4.4, КД 10, КД примерно 7 будет. 2 секунды будет КД получается. Будет очень годно. Уж по миду идет. Боюсь, сейчас Естом нападет. Так, ребята, фидом занялись. Да, дорогой. Найс, Торнадович. Но я закрыт. Вот этому пацану дал кнопку. Так, хорошо. Так, сделаем, закроем. Я один остался, да, уже? Жесть. Догон есть. Там на миду. Вардики стояли, сентри, опсы. Гем нам нужен. Ах ты, Криса. Ах ты, Криса. Соло. Хорошо. Хорошо. Сюда. Расконтрили пацана. Так, и хекс надо. Жесть, у меня тандерстрайки тут. Так, ну догон пятерочка. Хекс надо, ребят. Но не хватает. Не хватает нам немного. Он джага. Вообще можно сделать этериал, но блин. Круто было бы сделать что-то жесткое на команду, именно хекс нужен. Хекс нужен. К сожалению или к счастью. Пака, чё не улетаешь? Чё, псих что ли на паке? Крипчик. Хорошо. Ой-ой-ой. Ну, каталажку выхукай. Ой-ой-ой, выхукал меня. А не могу статику поставить под этим. Под инвока спеллом. А, жесть. Умер такие. Пуш очень жирный. Я не вношу ничего. Фантома душат. Пятером надо. Пятером надо. Или Лустини голый у нас. Рошу, фантому надо. Там слишком жирный пуч. Я, кстати, думал, он выхукает кату. Почему-то вид такой был, что должен кату он выхукать. А у меня под сейва вообще никакого нету. 3000 хп и все это под резистами, это очень много. Это очень много. От кунки корабль просто требуется нормальный и все. И у них две стороны, можно вообще в топ идти. Топ надо. Тут один лоу хэповый барак, а эта сторона пушится. Гопот, Рошу и... По топу можем. Смело. Рошу и по топу. И все. У фантома слоты там. Еса соло могу убить. Только нужно кнопки правильно распределить ему. У него форс. А кстати, если я его закрою, он не знает, что с форсом нельзя вылезти. С круга, поэтому он может ошибиться так. Может ошибиться. Фантом, 2 слота, 44 минуты. Это очень мало. Там еще и джага. Джаги надо. Да, надо будет от джагера еще делать что-то.
ЕС там еще. Там еще ЕС. Нету кнопок на ЕС, да? Уж ЕС умер, хорош. Ого-го, дальше. Ребята, цеплять надо. Цеплять надо. Это герочек бы хорошо зашел на зацеп. Отлично просто. Фак там поймал. Я уже ушел, братан. Ой-ой-ой. Хорош. Let's go. У меня еще дискорд можно заменить, кстати. Пацаны, ну это, блин, уже лишнее. Вот сейчас дали хорошо минусов. Почему бы не пойти Рошана? Неужели не крачей придется делать? Это жесть какая-то. Го душить. Соло придется. Интересно, а сколько я без микрофона сижу уже, ребят? Когда кашлял. Ну, в общем, что я говорил, нам нужно собраться в пятером. И микрофон желательно включить. Прикольно, если весь гайд без микрофона сидел. Да не. Так, 3200 есть у меня. 3200 имеется. Там от ЕСа надо. Опача, хорош. Поставлю. Ничего страшного не будет, если поставлю. Меня проказ дается. Максимальный меня проказ дается. Ты психанул, что ли? Ля, чисто чел психанул, отвечаю. Тупо максимально. Он весь, он в меня дал два метеорита и бласт, самый сильный проказ свой. Статика. Лол. Ну, кунки не хватило за месяц. Но мы проигрываем. Мы проигрываем эту игру. Байбекаться я не хочу. Кекс надо сделать. Фантом, брат, убивай. Пожалуйста. Шесть. Инвокер, конечно, с Акторином. Три метеорита за драку. Это очень много. Это очень много. Кекс надо. Паку тоже надо хекс. Мы без... мы не можем зайти с аегисами даже. Ну, статика в пуджа такое себе. Но видите сами. Инвокер кнопку нажал. Инвокера надо закрыть. У него нету никакого подсейва, кстати. Вообще нету никакого. А у нас урона нету. У нас фантом не вносит урона. И Тини тоже сдох сразу. Зачем-то. Вот так бы я не дрался с Джаггером. Вообще пак что делает? Психанул тупо. Санстрайк будет еще. Ну, это мой фраг был. Тупо мой. Ладно, не суть. Мне на хекс чуть-чуть надо. Ну как чуть-чуть? 2700 есть. Надо байбек сейчас ставить. Так. На топ ТП сделаю. Вот сюда.
Хиксом надо работать, пацаны. Давайте пробовать хекс добить. Можно вообще, в принципе, уйти хекс дофармить. Тупо фармить хекс, уйти. Потому что ситуация в игре плачевная, и мы лобимся тупо в наглую. Нет, 1600. Кто-то идет там. Хорош. Го фармить, парни. Мне хекс чуть еще. Надо дофармить хекс. Главное не умереть на атаке. Хорошо. Семьсот до хикса. Так, ну почти есть. Это плохо, что идет сюда драка. Очень плохо. Если тут сейчас умрем, это конечно. Уже кнопку опять даю. Руки бить его, я не знаю. Антон умер. Это плохо. Get back, пацаны. Инвокер там кнопок 6 секунд дизейбл инвокер нажал. Б. 6 секунд инвокер дизейбла дает. Это жестко. О, есть кнопки инвокер, интересно. Дай кнопку нажать. Не, ну не могу нажать. Блин, все, в инвиз зашел. Просто не дал тандера кинуть ему. Его же убить можно. Я могу его убить, в принципе. Инвокера. Есть кто-нибудь? О, еще инвокер прилетел, да? Это плохо. Ес еще идет. Ладно, будем откидываться от ХГ. Но главное не умереть, сейчас иначе ГГ будет. Так, делаем. Инвокер будет меня палить. Орджи там. Ой, это плохо. Отойти. Ну, не могу вернуть. Ну, максимально как могу дизейблю. Ой, там умирает Тиник. Это плохо. Не могу. Мобильности не хватает. Рубика добить. Линку. Нету дастов, да? Дастов нету. Дасты. Или гем. От инвокера. Инвокер неуязвимый, бегает просто. Ну, с хиксом импакт есть. Прям хороший. Там внизу пуч. Пуш внизу. Сейчас дагер, наверное, вместо дискорда покупать будем. Потому что нужно и на инвокера нападать. Я постоянно статик сейчас в помойку ставлю вообще.
на Джаггера, который крутится. И тому подобное. Там Линка у ЕСа. Сейчас на топе можно инвокера поймать, я думаю. Уф, с одной тычки убил кур. Кайф. Опасно без байбека идти. Инвокер. Кого там выхукали? А, иллюзию. Хорошо. Ну, мы подспличиваем. Радует. Ой-ой-ой. Да ладно. Я умер, да? Умрет. Парень. Нет, не умер. Жалко, жалко, жалко. Дай-дай-дай пройти. Некогда. Ай-яй-яй, как же это плохо. Кто там еще ЕС дерется, да? О, ЕС за душу. Хорошо. Догона дать. Отлично. Отлично. Кого-то там еще жрут. Давайте ему дадим. Жесть, что происходит вообще? Рассинхрон лютый. Уджа давайте убивать. Давай, давай, Уджа. Уджа задушим. Нету глимса. Нету глимса. Жесткая драка, вообще жесть. Давай, давай. Ой, гемчик есть. Так это же ГГ. Так это же ГГ. Найс. Вот это лютые драки вообще. Я в шоке. Давайте что-нибудь на вставочку. Криса. На. Дабл килл. Бей с руки. Сейчас будем трипл делать. Будем трипл делать. Не будем, вообще пуджу пофиг. Ребят, ну такая потная катка у нас получилась на трале ластовая. И очень жалко, что особо не было крутых моментов, но игра сама по себе очень жесткая у нас получилась на трале в лейте, получается через центральную. Две катки на четвертой позиции и одну каточку, конечно же, на второй оформил для вас. Не забывайте, что будет еще дополнение гайда именно керри катка. Ну а на этом гайд окончен, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел. Обязательно поставьте лайк, потому что этот гайд был, ну, очень потный. Я сыграл игр, наверное, 7 из них. Половину я проиграл тупо, потому что команда, ну, к сожалению, особо ничего не делала. Ну, а сейчас по команда получилась у нас очень хорошая. И, в принципе, мы задушили. На этом все, друзья. С вами был Ксеназ. И до скорого.